Витаминный баланс установлен в школах Ульяновской области. Теперь традиционный горячий обед – это не только пюре с котлетами, но и свежие фрукты, овощные и ягодные соки. Здоровый бонус уже сегодня получают во всех образовательных учреждениях области. И если раньше укрепление детского иммунитета за счет питания было явлением сезонным, то теперь стало постоянным. Соответственно, мы предполагаем, что вот данная мера позволит, во-первых, обеспечить наибольшее качество питания младших школьников, во-вторых, это как дополнительная мера для профилактики заболеваемости среди детей младшего школьного возраста. Прежде чем попасть на стол, горячие блюда проходят многоступенчатую проверку качества. К ней подключены как региональные специалисты, так и федеральные эксперты. Самые строгие судьи – родители. А потому без труда лично могут проконтролировать, вкусный ли, а главное, полезный был сегодня обед у ребенка. Постоянно осуществляется контроль за качеством питания. Вот к контролю привлекается родительская общественность, администрация школы-интернаты. Вот путем опроса, анкетирования не только родителей, закупки представителей детей, но также самих обучающихся. Для укрепления иммунитета повара в компот добавляют любимую всеми в детстве аскорбинку. Это и дополнительный витамин С, и заряд бодрости на весь день. Сами ребятишки обед уплетают за обе щеки. И почти у каждого есть свои любимые лакомства, будь то борщ или пирожок с вишней. Пюре гороховое с котлетой. А фрукты какие любишь? Яблоко. Программа витаминизации коснулась и городов соседей – Самары и Димитровграда. В ближайшем будущем к ней присоединятся все города Поволжья. Александра Никитина, Даниил Сурков, Управда ТВ.